Казанский федеральный университет посетили представители консультативно-делового совета по Ливии, а также компании «Зарубежнефть» и «Роснефтегазстрой». Проректор по научной деятельности Данис Нургалиев рассказал партнерам об истории и современном состоянии одного из старейших научно-образовательных центров России. Отдельно затронули вопросы взаимодействия КФУ с зарубежными вузами, предприятиями, а также давним партнером университета «Зарубежнефть». Вот этот выпускников Казанского университета, именно ребята хорошо подготовлены в нефтегазовой сфере. И более того, мы активно пересекаемся на международных площадках в результате работы межправкомиссии. Посещение Казанского университета представителями этих организаций обусловлено поиском новых форм кооперации, которые будут направлены на развитие экономик стран Африки, перспективам совместной научно-образовательной работы, созданию программ профессиональной навигации обучающихся в соответствии с потребностями экономик африканских стран. Сегодня внешней политике приоритетно это развитие отношений со странами Африки. А Республика Татарстан при реализации этих задач рассматривается как одна из точек, собственно говоря, или платформ для входа в Африку. На данный момент в Африке резко увеличилось количество вузов, но подготовка в достаточной мере реализуется только на уровне бакалавриата. На уровне магистратуры и PhD возникают проблемы нехватки кадров высшей квалификации и слабой материальной базы научных исследований. Отсюда возникает и первоочередная задача сотрудничества российских и африканских вузов. Сегодня, прямо скажем так, что по прошествии времени, но до сих пор, те, кто учился у нас, студенты африканские, они вспоминают это как самые лучшие годы своей жизни, да? И во многом мы опираемся на них в проведении вот этой сегодняшней политики и, собственно говоря, политики возвращения России в Африку. В рамках визита делегация посетила музей истории КФУ, а также Ленинскую аудиторию. Диана Шилова, Фарид Захитоглы, Универньюз.